Интересного подготовили для москвичей и гостей города в этом году Дни природы. Находиться это как раз такая наша традиционная намоленная место, лыжная мекка, можно так сказать. Существует уже еще советский контроль, задолго раньше, как она называлась, в том числе зимний отдых еще советского контроля. Я сам еще помню, здесь в каком стане жил и учился, поэтому мы сюда тоже приезжали с родителями. В том числе в детстве катались на лыжах. И, конечно, когда я возглавил департамент, это место хотелось бы сделать камерное, востребованное, интересное для посредства лыж. Мы здесь сделали 4 шале, в том числе для женской, мужская составляющая, для людей, скажем так, с ограниченными возможностями. Целый блок сделали для инвалидов, да, которые тоже в том числе активно здесь принимают участие, как раз в лыжных гонках, как проводят соревнования. Наверное, самое главное здесь лыжня, здесь около 20 километров лыжная трасса, и самое, опять же, примечательное, что на нашей территории это единственный участок 2 километра, где мы, если погода не совсем позволяет, скажем так, делать снег, в этом году мы повезло, что в декабре снега полно, лыжники. В этом смысле повезло. Вот. Если погода от плюс 5 до минус 2, просто пыляется. То есть 2 километра это трасса для того, чтобы лыжники могли тренироваться и кататься. Вот это, наверное, самое главное. Наверное, оценить пушку, так называемую, которая напыляет вот эту вот лыжную трассу, участок этой трассы. Но также здесь трасса накатывается специальными средствами, специальными машинами. Скажем так, практически, наверное, ежедневно. Основной на путь пятница, суббота, воскресенье. То есть выходные здесь бывают более 10 тысяч лыжников, принимают участие в различных соревнованиях, различных активностях. Также еще на наших территориях сейчас, в данном сезоне, организовано около 130 километров лыжных трасс. В том числе есть санные трассы, есть тюбинги. Все, что касается, скажем так, зимних активностей, горнолыжные спуски. Есть даже у нас зимняя рыбалка, есть места для моржевания. То есть это практически, наверное, для всех потребностей по зимнему досугу как раз Мосприрода все эти условия создает в нашем городе. В том числе и активности с искусственными видами, открытые, и на водоемах. Еще раз говорю, что вот для зимнего отдыха погода просто стоит шикарная. Несмотря на то, что в городе, конечно, есть трудности с движением из-за снегопада, вот здесь вот трудности с движением на лыжах точно нет. Все, мне кажется, есть вопросы? До какого времени продлится сезон лыжный, по вашему прогнозу, в этом году? Ну, в следующем, ну, уже, если уже говорить о следующем, в 23-м году, да, я думаю, что зима холодная, думаю, до марта продлится точно, может быть, даже до начала апреля. Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Клубачевский Антон Олегович.